Фред, здорово, что себе позволяет данный кринж-персоны? Пошла полная атака на тебя, буквально два коротких шорца. Спасибо, значит. Какой к чертям собачьим Фред-гитарист, нахуй? А, это кидали, да. Одно соло Илюхи бесит в 10 раз больше, чем вся карьера Фреда-гитариста. Фред-гитарист нам тут нахуй не нужен, а вы зацените новый соляк. Да, мы это смотрели, это просто обычная фанера, сейчас гляну, какой там второй этот. Чуваки хайпят на мне, да, просто. Хватит писать про вашего Фреда-гитариста, что вообще весит его слова. Вот так вот импровизирует он. Ну, да, понятно, подмена понятий, вот так импровизирует он. Есть, опять же, видос с импровизациями, и как бы нет видоса с импровизацией этого чувака. То есть взять в лоб даже какие-то мои со стримов импровизации, под минуса, под какие-то, и взять этого чувака, там будет, естественно, полный разъебантий. Поэтому это не то, что атака пошла, это же старые видосы.